всем привет, ребята, с вами я, Савелий, именно Савелий полицейский. Сегодня я на десятке полицейской. Вот. Но она не может отвечать, не дает. Сегодня мы играем краш-тесты, семерка. Ну, или краш-тест просто. Мигалки очень проработаны, хорошо и снимаются. Включить их, я не знаю как. Как их включить вообще? Они не добавили разработчики. Включать мигалки, наверное. Ой, надо. У меня тут что случилось? Всё, ребятки, мне надо ДПС. Я не мод это, они добавили разработчики. Нагоняются ДПС и еще. Ну, ДПС 4, там не все ДПС, а одну только ДПС добавили разработчик. Наверное, еще одно, может быть, еще одно обновление добавят тоже полиции. Наверное, ну, приору я очень хорошо. Очень жду, что добавили полицейскую приору. С такими же мигалками, как на десятке. И сама десятка. Но... Когда уже это и было. Вот все. Все наше, да, вернулось. Я думаю, короче. Пишки много. А вот тут проверка, когда. Опа-па-па-па. Тут уже дальше. Вот, ребят, у меня такое случилось чувство. Вот, ребята, когда я был на улице, ну, в полицейской форме, меня встретили полиция, настоящая, на улице. Не здесь в игре, а на улице. Я так испугался, думаю, меня сейчас соберут в полицию со мной. Но я, оказывается, снимаю ролик про полицию. Я все ролики сниму про полицию. Если они наберут кучу лайков, если кто-то просмотрит. Куча лайков наберут. Наверное. Ну, галки, не знаю, как включить. Работаем на вид от первого лица. Вот. Вот. Рации. Папки всякие. Стекло. Наверное, защитное, чтобы ничего не упало. Лапы не пробило. Так. Разворачиваемся. Нам сюда не надо. Вот. Так вот. Ну, на Лади Гранте подъехала ко мне полиция, и по рации что-то говорила, я ничего не понял просто. Не знаю, что они говорили, в общем. Подойти ко мне, не знаю, чтобы я подошел, фоткали меня еще. Сейчас на форме. Я и могу быть полицейским. Или ролик сниму сейчас. На улице. Я уже снимала ролик. По улице на другом деле. Так. Это отдел ГИБДД пока что.
это дело в ГИБДД, мы приехали в ГИБДД. Ну, самое в ГИБДД мы приехали. Хорошо, что мы десятку управили. Шины самые настоящие разработчики постарались, я им рекомендую поставить лайк. А где полиция? Вот наша. Что, правда, где полиция? Сейчас тебе подгляжу, короче. Нет, это не один, наверное, полиция. Моу, слушай. Ты больной, а вы знали, что Яндекс.Маркет официально выкупил? Ребята, вот смотрите, вы в такую игру играем впервые. Вот. Classic Crash Simulator. Ну, блин. Ну, опять мы влипли, короче. Заново играть будем. Заново. Ну блин, нет, если через скачал две карты, город Нижегородск, полиция из Нижегородска, нормальная полиция, ясно? Я уже удалил ролик, что не понравился, в нем что-то недостаточно. А вы знали, что Яндекс.Маркет официально выкупил продукцию IKEA? Теперь создавать уют дома проще с комфортными покупками и удобной доставкой. Я заказала акулу, и это точно та самая Блохей из IKEA. Теперь она будет украшать мой дом. По рекламу. Ой. Мы опять нормальные. Едят нормальные человеки. Так, вот ДПС, короче. Заново. Так. Идем. Дальше полиция смотрит, как они были. Мы включены, мы все время просто включены. О, пипает второй ручейник. Второй сиськи берет. Я в шоке, полиция, что я так делаю. То, что водить не умеешь, ребенок не умеешь водить, нету. Это только для моих фото. Везде просто кнопку снимать, все, я не знаю, что хочу. Пожалуйста, ребята, я стараюсь, стоит. Не поставьте лайк. Нет, только. Это уже очень круто, не могу. Топ. Ну опять. Ну нет. Ребята, отключаю интернет. Ну блин, почему я всегда интернет? Все, короче, ребят. Вот, я отключил интернет при вас сейчас. При вас отключил интернет, пожалуйста. Все, интернет нету. Все.
Все, гаражу уже посмотрел. У меня машина не сдолбленная. Так, вау. У меня на гаражу какие-то свободные, наверное. Ну вот, наверное. Нет, не свободные. Полиция всегда уж пропускает. Я покусь к себе домой. Там мой дом. Ну, самый хороший домой. Полиция живет. ГИБДД, МВД. Так, тут парковочка. Подумай, стекло промывает. Ой, да так и было. С таким стеклом поезжу. Что подумала, что у меня лента ставится. Я еще замерзла. Ну, я сейчас... Блин. Называется полиция. Называется лучше полиция. Нормально полиция. Тут детали полиции. Побежала. Тут рулят интересно. А разработчики не хотели делать. Не хотят, наверное, сдаваться. Настоящие десятки. О, так он наш значок нравится. Лада. Это же иномарка полицейская. Вау. Школа. Короче, все, полиция приехала в школу. Интересно. Интересно, как? Полиция приехала в школу. Граффити какие-то. Граффити запрещены. Приехала полиция в школу. Интересно. Кстати, в такой садик ходил. Да, я не снимала. Зеркала, отойдите от меня. Все, тут парковка полиции. А, все, Ой, остановимся. А вы знаете? Ребят, всем пока-пока.